Всем привет, меня зовут Аурелия Черная, мне 50 лет, и я из города Кишинева. Я здесь родилась, здесь влюбилась, здесь родила, здесь живу до сих пор. Всегда мечтала петь, но как-то не могла реализоваться, стеснялась очень. Прошлый сезон «Молдова Риталент» вдохновил меня. И смотря рекламу «Молчел», «Домну Леонид», я утрекла «Молчел». Я влюбилась и в «Домну Леонида», и в «Молчел». И телефон у меня теперь «Молчел». И «Молчел» исполнил мою мечту, и я решилась прийти, чему я несказанно рада. Ну и, конечно, волнуюсь. Не волнуйтесь, с улыбкой, и это самое главное. Сейчас начинается ваш звездный час. Ceva s-a întâmplat, nu știu, dar nu sunteți gata, vă mulțumim. Ce s-a întâmplat? Domnul Leonid! Ce s-a întâmplat? Nu știu, emoții, am avut emoții. Ne-ați răzigrat, Alec! Emoții.